Секретарь Совета безопасности Кыргызской республики Марат Иманкулов провел встречу с представителем ЮНИСЕФ Кыргызской республики Кристин Джольн. Обсуждены вопросы реабилитации семей, пострадавших в результате боевых действий на кыргызско-таджикской государственной границе, а также проблемы репатриации детей из зон военных конфликтов. Марат Иманкулов отметил, что большой вклад в ЮНИСЕФ в решении гуманитарных вопросов, касающихся соблюдения прав детей в Кыргызстане. Марат Иманкулов заверил, что все задействованные в данной работе государственные органы ориентированы на создание максимально благоприятных условий для встречи возвращаемых детей и их дальнейшей социализации в обществе.